Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, и мы продолжаем играть в мир юрского периода. Ну что, давай-ка глянем. Карнораптор. Ну, наконец-то. Наконец-то он завершил свою эволюцию. А это хорошо, потому что мы сможем его прокачать до 30 уровня. Поехали. Так, заодно выполнили задание, видимо, про еду, да? Потратить 25 тысяч еды или 250 тысяч. Не имеет значения. Так, что у нас там опять? Какой-то переполох. О, иди разберись. Я пока сейчас быстренько соберу здесь монетки. Что вижу? Так, тут забрали. Тут забрали с массовых точек. Заберем. Где их больше всего? Так, ну тут, конечно, вот тут у меня почему-то ни одной собиралки не стоит. Ладно, этим займемся позже. Так, задание выполнили. Посмотреть рекламу, потратить... Ага, тут уже 400 тысяч еды. Раньше было 250. Завершить все ежедневные задания. Так, открыть наборы карточек. Использовать ускорение моды. Ну что, соберем моды, а потом, наверное, еще сделаем сделку. Я думаю, что это будет нормально для нас. Ну что, Чарли, давай мне что-нибудь такое нормальное. Только не вылетай, пожалуйста, игра. А то уже, ребята, в последнее время что-то одни вылеты происходят. Единица повышает показатель всей атаки на 10%. Фигня, на самом деле. Конечно, хочется легендарные, ребята, получать моды. Но ты сам понимаешь, они очень дорого для меня стоят. Так, что, увеличивает урон на 15%. Это у нас кровожадность. Ну, давай тогда еще здесь заюзаем и посмотрим, что же нам выпадет здесь. В редких. А в редких нам выпадают шипы. Когда существо атакует, оно наносит в ответ 50% урона. Ну что же, нормально. Забираем здесь награды. Так, ускорение совершить сделки. Сделки нужно совершить 3 штуки аж. Баксы на очки доверия нет, конечно. Одну карту базы технического обслуживания не буду. Синтетоцерас на еду. Что-то не хочу пока. Еду на монеты — фигня полная. Аэротитан самому мне нужен. ДНК на еду. Монеты. Блин, да что такое? Что это за эти? Как тебе сказать? За предложения-то такие. Аэротитан мне нужен будет самому. Дилофазавр. Вот здесь вот можно. В принципе, давай, наверное, на баксы. 3 штучки обменяем. Так, 30 баксов получили. Подожди-ка. Мы не сделали, по ходу дела, да? Еще. Нам нужно совершить 3 сделки. Твою налево, все-таки придется что-то из этого выполнять. Ну давай, блин, ДНК на еду. Это что я сейчас? Я что сейчас баксы поменял на очки доверий? Вот она спешка-то, блин. Дальше нам нужно будет ускорение. Потом ПВП, водное. Используйте сражение 3 разных класса животных. Тут уже водные, ребята, у нас задания появились. Вот такая вот петруха. Ну что, давай посмотрим, какие у нас события есть на сегодня. Так, денежная борьба, чудовище глубин, добро пожаловать в меловой лагерь. Да? И самая крутая карта — это у нас Птернодон. А монолофозавр почему-то не в коллекции. А можем мне хотя бы глянуть? Ага, велоцираптор, паразауролов и птеранодон. Окей, я согласен. Я согласен с этими олухами подраться. Возьму для этого диплозубка. Против паразауролова мы возьмем. Ну, здесь можно даже не барионикса, а можно будет алангозавр, наверное, да? Я думаю, что алангозавр справится. Хоть здесь и 61 уровень. А против птеранодона я возьму уйнозавр. Мне кажется, что мы должны справиться здесь, причем без особых проблем. Так, этого мы сразу вырубаем. Даже не смотрим на него. Так,
Мне кажется, что как-то громковато. Ну что, пара за Уралов. Он, конечно, зря так сделал, хотя... Хотя давай подождем. Не будем спешить. Меняет. Ну, атаковать, я смотрю, он не стал. А я попробую пробить. Ну, сам понимаешь, не получилось пробить. Ладно, нет, ничего страшного абсолютно. Он меняет. Он меняет, я тоже меняю. Я тоже меняю и попробую пробить все-таки его. Да что ты будешь делать, а? Ему опять плюс сейчас меняться, да? Нет, ребят, он атакует в наглую причем, прикинь. Ну что же, я думаю, одной атаки здесь ему за глаза и за уши, да? Получается, раз, два. Пошел к такой-то матери. Так, Птернодон. Он ничего не стал делать. Ну что, Унайзавр, давай. Пропечатывай. Да. Пробиваем мы Птернодона, ребята. Все. Здесь первая победа за нами. Но там еще, по-моему, три поединка. Так что не расслабляемся, а наоборот, сосредотачиваемся по полной программе, чтобы достойно здесь выиграть. Ну что, что за глюки, что это такое? Сейчас вылет игра, чувствую я. Даже нет, ребят, не три, а два поединка всего лишь. Тиранозавр, Диморфодон и Синоцератопс. Синоцератопс. Ну здесь я, наверное, опять же возьму Диплозуха. Против Тиранозавра. Против Диморфодона надо будет, наверное, брать Эламбию. А вот против Синтетоцератопса мы возьмем... Ну, Барионикса можно взять. Да, вполне... Вполне годный конкурент, как говорится, да? Травояднику. Опять вырубаем. А, блин, жалко, что там Диморфодон у нас будет следующим. Ёк-макарёк. Но он не пробьет с двух атак нашего Диплозуха. Мы меняемся на Эоламбию. Берем бонус. Очень интересно. А если я попробую пропечатать? До свидания. Ну, этот, конечно, нас победит, но дальше, по-моему, победим уже мы. Мы его добьем. Да? Диплозухом хотя бы. Хотя бы диплозухом. Вот и все. Ну что, тогда давай смотреть на последний поединок и что же, какие там динозавры будут нас ожидать. Слушай, нам надо будет, наверное, кого-то вывести. Почему такие лаги, ребят, я не пойму. Блин, лишь бы записалось без глюков, а? Так, значит, Барионикс мы здесь берем Нондагозавра против Брахиозавра. Я возьму Спинораптора. Кто такой? Скорпиус Рекс. Нифига, какой он безобразный, ребят, Скорпиус Рекс этот. Я возьму, наверное, Карнораптора. А что ты хочешь? Карнораптор 30 уровня, он довольно неплох будет. А здесь, конечно, не очень у нас хорошо получается. Он, наверное, будет... Да, он меняется на брахиозавр такой здоровый. Обалдеть. Просто здоровенная машина. Ну что же, тогда я, наверное, его сейчас и уничтожу. Как-то так. Ну что, Барионикс, давай. Давай, теперь мы с тобой поборемся. Зря ты так, парень. Ой, зря ты так. 1700, да, у тебя?
Ну, до свидания тогда. Скорпиус Рекс. Ну-ка, покажите мне его. Блин, нифига себе, ты посмотри. Какой страшный, ё-моё. И это супергибрид. Интересно, из кого он делается? Трэш какой-то. Не хотел бы я с таким где-нибудь встретиться. Особенно ночью. Ну, посмотри, как он ужасно выглядит. Фух. Ну что, очередная наша победа. И получается, что это событие мы прошли. А раз прошли это событие, значит, нам должны дать какую-то награду. А вот что за награда? Сейчас посмотрим. Добро пожаловать в меловой лагерь. 100 баксов, ничего себе, и анкилозавр. Слушай, ну 100 баксов, вот это меня порадовало. Это серьезно меня порадовало. Эй. Что за... глюканы-то такие, а? Не пойму я. Так, у нас созрел один. Только лишь один. Только лишь один. Так, мы здесь забираем награду. А здесь тоже. Так, а что я здесь не добрал? Понял. Ну что, мы, наверное, переходим на следующее событие, которое нам там доступно. И это... чудовище глубин. Блин, 4 схватки нужно сделать. Мозазавр, леоплевродон и мегалодон. Ну что, если против этого мы возьмем... для начала... кранозавра. Не, я возьму рамлеозавра, наверное, здесь. Против леоплевродона я возьму... Зухудуса. Как думаешь, Зухудуса взять или... Я, наверное, возьму Зухудуса все-таки. Блин. Или прокачать гигантского артакона. Слушай, а почему бы и нет? Давай прокачаем гигантского артакона до 10 уровня. Что нам мешает это сделать? Я думаю, ничего. Вот и все, как бы. Нам будет так намного проще драться, воевать с этими водоплавающими. Так, значит, дальше. Гигантский ромалиозавр, да, мы хотели взять. Слушай, а если я возьму кранозавра, допустим, кранозавра. Даже не так мы сделаем. КВК, кранозавра. И вот теперь я возьму артакона. Подожди, а кейваки это зачем мне? Да ты, блин, да подожди ты. Все поперепутал. Против этого нам нужен кранозавр. Против этого нам понадобится Зухудус. А против этого мы возьмем... Слушай, можно архилона даже взять. Ну давай вот так вот попробуем. Уж не знаю, что получится из этого всего. Какой киш-миш. Надо смотреть. А надо было, наверное, атаковать его, этого мозазавра. Сейчас он сменится. Так, 442 к атаке. Плюс он делает удар. Ну что, Зухудус, ты сможешь его пробить? Нет, не сможешь. Но, тем не менее, неплохо ему всечем. Сейчас он будет меняться, наверное, на мегалодона, да? Ёпрсте. Эх, прости меня, Архилон, но так надо. Вжаривает, ребята. Ох, вжарил-то по полной программе. Он все потратил. Он все абсолютно потратил. Блин, а как же тут дальше-то быть? Не знаю, как тут дальше быть. Как-то быть.
меняет. Ты это специально... Ты знал, да, что так будет все? Гаденыш, ты знал. Раз, два. Скажи, нафиг... А, ну да, мне по-другому никак. Раз, два, три. Раз, два, три. Как я мозазавра буду бомбить, ума не приложу. Он же меня пробьет. Сейчас глянем. Слушай, по-моему, мы выиграли. Замечательно. Это хорошо, что я взял все-таки три защиты. Ты видел, он четыре атаки сделал. Всего лишь одно пробитие мне нанес. Фух. Ладно, первая битва за нами. Я просто почему взял самых маленьких, чтобы нам побольше их, ну, более мощных хватило именно на решающие баталии. Хотя тут 4 битвы, блин. Так, умунозавр какой-то. Против умунозавра я возьму гигантского артакона. Лептоклейт. Так, против него тоже, по идее, должен быть этот выступать. А, они все одной стихии. Все, ребят, я понял. Если все одной стихии, значит, мы сделаем следующим образом. Аммонит. Артакон. Блин, артакан тусан так не хочется тратить. Бананогномиус. Давай так сделаем. Да, мне кажется, я их сейчас тут разнесу. Бананогномиус. Пускай у него мало хп, но у него очень много атаки. Я буду копить очки. Я буду, говорю, копить очки. Раскрылся, да? Ну что, у него 1200 хп. Вот так вот сделаем. Готов, парнишка. Лептоклейт. Знал, да? Как в воду глядел. Ну, зато он все слил, поэтому 2000 хп. Для нас это, знаешь... Опа, а вот тут я лопухнулся, ребята. Я думал, что он все слил, но нет. Оказывается, не все. Мой ход, как скажешь. До свидания. А, нет, блин, у него остается 32 хп. Ну, что ты будешь делать? Вот так вот, да, значит. Не забывай, 2 очка действия он себе оставил. 2 очка действия. Раз, два, три. Раз, два, раз, два. Ну что, лептоклеит? Ой, кронозавр, ё-моё. 388 к атаке у тебя, да, я смотрю. Делать ты ничего не стал. Но я не буду любоваться на него, как он на меня. Я буду сразу бомбить. Да, и выигрываем. Все очень даже хорошо и красиво получилось. Так, это был у нас второй поединок, насколько я понимаю. Остается третий. И четвертый. Два поединка еще. Почему-то именно вот сама загрузка и картинка, ребят, лагает. А поединки вроде бы нет. Видишь, как бы тут подлагивает. Я не знаю, с чем это связано. Ума не приложу. Так, значит так. Артакантус, мегалодон и гауфизавры. Все разносолые, да, получается. Ладно, здесь возьму килозавра. Против мегалодона возьму генодуса. Вот этого только генодуса. Против гауфизавра нам надо... Подожди. Ну да, тут генодус, а против гауфизавра нам надо брать артакантуса. Как-то вот такая должна быть у нас схема. Бомбануть, что ли, по нему сразу, или как? Давай сделаем вот так вот. Не будем бежать на рожон.
меняется. Ёпарасоте. Гауфиозавр-то. Не кисло. Да ладно, блин, неужели пробьет? Ё-моё, пробил, прикинь. Раз, два. Раз, раз, два. Не очень веселая команда у меня здесь, ребята. Ой, не очень веселая. Ну что, надо его бомбить. Тилозавр, ты готов? 1914 хп. Блин, подожди, а против него кто хорош? Твою налево. Блин, гауфиозавр. Он меня сейчас разнесет. Зря я ставил вообще защиту сюда. Неужели ему крышка? Да. Друзья, победили мы с вами. Фьюх. Честно говоря, очень сильно переживал. Думал, что все-таки сфейлимся. Но, видишь, получилось. Ну что, получается, у нас последний поединок. Давай, быстренько на него перейдем. У нас, кстати, очень много ДНК мы можем вывести. И, наверное, это будет Индоминус, скорее всего. Аммонит. Против аммонита я возьму Хайнозавра. Тусатеутис. Тусатеутис. А, они все одно и это, ё-моё. Хм. Они все одной стихии. Гинодуса мне здесь вообще противопоказано брать, если честно. Придется вот так сделать. Поехали. Надеюсь, от этого будет какой-то толк. Я не буду сразу атаковать, я буду потихонечку накапливать очки действий. Вот этот вот гаденыш очень мощный. Три очка действия. Не сливает ничего. Смотри, какой, а. Давай так попробуем. Пробьем? Пробили. Так. Тусатеутис. Если сейчас влупит мне кранты. А он влупляет. Раз. Два. Раз, два, три. Иду ва-банк. Так. Гинекуприон. Мой ход. Спасибо. Спасибо и до свидания. Гинекуприон отдупляется. Тыдыч. Хвостом такой, да, звезданул. Замечательно. Ну что, событие пройдено. Нам надо только лишь забрать нашу награду. Это пак или рулетка, я не знаю, что там. Он будет, скорее всего, пак. Нет, все-таки это рулетка. Которая лагает до невозможности. Спинозавр выпал. За 1500, говорит, хочешь еще крутануть? Нет, ребята, спасибо, за 1500 я не хочу тут ничего больше крутить. Глянем, какие у нас еще тут события остались. А почему написано 2? Типа вот это тоже как бы идет в счет. Денежная борьба. Так, велоцираптор, ангелодок и топижары. Ну с этим-то я уж справлюсь, я думаю. Так, велоцираптор. Фига себе, справлюсь. Я еще не факт, что я справлюсь-то здесь, если честно. Да посмотри.
какая-то пижара там. Ё-моё. Чё сделаем? Ну, возьму, наверное, индоминуса против велосираптора и... Или подожди. 156. Чё так дорого-то? 80. Давай сделаем, наверное, вот так вот. Раз. Здесь возьмем 2. А против топижары мы возьмем... У архозавра-то будет, наверное, слишком мягко. А топозавра возьмем. Давай. Сразу атакуем. Ну, понятное дело, что он возьмет топижару сейчас. И атакуешь, да? Пока потерпим. Велосираптор возьмет. Не стал. 2580, да? Ну это, конечно, слишком круто, блин, ребята. 37 уровень. Куда нафиг? Припечатает меня просто. Так, 300. 300. Фу, на тебе. И велоцираптор. Спасибо тебе огромное, я как раз такого и ждал расклада. Ну что, диплозух, он весь твой. Играй с ним, как с игрушкой. Как тузик с грелкой, да, поступил? Просто разорвал в хламину. Все, ребята, переходим на второй поединок. Тут всего 3, да, ведь? Или 4 поединка, я что-то как-то не обратил внимания. Давай ты прогружайся-то быстрее, что ты там тормозишь-то? Ну вот жесть какая-то. Еще 2 поединка. Дракорекс, Нундагозавр и опять топижара. Ну, против Дракорекса я, наверное, возьму Раджастигу. Против Нундагозавра я возьму Эдиуморфодона. А вот против топижары мне, наверное, придется брать Уэрхозавра. Но у него атака очень маленькая. От слова вообще маленькая атака. А если я тебя возьму? 124, блин, да какого лешего-то? Индоминуса, может быть, взять. 376 уровень. Откуда они такие уровни берут? Я вообще не понимаю, ребят. Что за дебилизм? 386 уровень. Зашибись, блин. Что, атакуем сразу же тогда по этому Дракорексу? Сейчас поменяется. Понятное дело, что он поменяется на Дундагозавра. Еще атакуй меня, гад. Нет, он не стал атаковать. Только вздумай сейчас поменяться на этого Дракорекса. Нет, он там поменялся, блин, на топижару. Я вот так вот сделал. Меняется. 762. Ну что, я, наверное, сейчас валю этого Нундагозавра. Пытаюсь завалить. Раз, два, три, четыре. Вырубаем, да? Ну, понятно, что Дракорекс вырубает сейчас нас. Тут... Сам понимаешь. 6, ему надо будет потратить 4 очка действий. И он нас вырубает. Так, 4 очка действий, да? Значит, 2 он оставил себе. Получается,
Вот так нам надо сделать. Остальное все передаем на уархозавра. Сейчас мы посмотрим, как он тут сможет ли нас бомбануть, еще неизвестно. 5 очков действий. Ему надо будет все слить. Но он не слил все. Ладно, хрен с тобой. Нам же все равно хватит пробить его. О, за глаза и за уши, ребят. За глаза и за уши нам хватит. Вот и все. Вот дочирикалась птичка. И остается, по ходу дела, последний, да, поединок у нас. А кто у меня там остался? Птеродактиль, Тенникалагриус. Да ничего такого особенного-то и не осталось, если честно. Пастозух тут возьмем так. Тенникалагриус у него 27 уровня. Вот все, что я могу, ребят, здесь позволить себе. Ну, хорошо, что тут сразу вырубаем этого щегла. Вот, вот это беда, ребят. Ой, беда, беда, огорчение, да? Переставляемся. И делаем бонусы. Так, он купит, и я коплю. Давай, главное, чтобы он слил все. Все абсолютно слил подчистую, и тогда ему хана. Так, 2 очка действия он себе оставил? Оставил. По-моему, так должно хватить. Да. Ну и что, скафагнатик ты пузатый, охламон? Что ты сделаешь мне? Аж бедаешь. Дымится весь. Ну и все, и до свидания тогда. Большой привет с большого будуна тебе. От моего птеродактиля. Пикируй, родной, пикируй. Красиво это было. Это было очень красиво, ребят. Ну что же, я нас поздравляю, мы прошли это событие. Это, кстати, последнее было событие, которое нам доступно. У нас остаются только ежедневки. Вот что я тебе скажу. Так, динобаксы, сколько там? 60, 120 долларов. Я считаю, что это неплохо. 120 баксов. Теперь давай. Так, ПВП, да? Значит, подожди, какой ПВП? Так, здесь мы забрали. Так, что у нас там? Завершите все ежедневки. Так, используйте ускорение. Сезон что-то тут. Нифига. Ну давай. Так, 200 тысяч монет. Фигурка апатозавра. Давай мне фигурку апатозавра. И 65 очков доверий. А нужно мне, значит, ПВП. Угу. И кайнозойку. ПВП и кайнозойку. Поехали, короче, в кайнозойскую веру вначале сыграем. Потому что тут по-любому надо играть. Раз, два, три. В кайнозойку это будет первое ПВП. И еще два ПВП боя. Ну, там уже посмотрим. Водных мы отыграли, да, один. Наверное, скорее всего. Твою налево. Ай! Как неудачно поставили, а? Вообще не айс. Меняемся на Паноктуса. Ну, что ты там, сумчатый лев, задумался? Эндрик Отсор взял. Тело космил.
Откуда, блин, ребята? А, 36-й, ладно, здесь еще нормально. 719. Он бы меня мог сейчас, ребята, ушатать просто-напросто. Но, похоже, я его ушатаю быстрее, да? На тебе, голодранец. Ну что, Эндри Коцер вырубит сейчас, кстати. Три атаки сольет и вырубит. Не-не-не-не-не-не-не. Какой Эндри... Панохтус, подожди, вот кто мне нужен. Вот этот парнишка, да. Два очка потратим, раз-два. И под бонус. Хлоп своей лапой по морде ему. Ну вот и сумчатый лев. Три очка потратишь, да? Не, два потратил. Нет, тратит три. Ну что, Паноктус, а теперь уже давай вырубай его, этого сумчатого льва. На тебе, задрипыш. Ну все, все, все. Все, молодец, Паноктус. Это был у нас первый ПВП-бой. Ну и заодно отыграли Канозойку. Приз любителя. $20, ну спасибо. Так, давай еще разочек крутанем. Так, еда. Ну давай тогда еще одну, наверное, замудрим с тобой. Так, так. И вот Эриматерия возьмем. Потому что все равно нам три ПВПшки нужно отыграть, как ни крути. Гасторнис, Мамонт, Эриматерий. Да что ты... Ну тут все, тут фейл. Тут труба нам полная. Труба полная получается, да? Он меня напрягает, этот сумчатый лев. Вот серьезно тебе говорю. Вот из всех морозных больше всего он меня напрягает. Это я так. Посмотрим, будет он бомбить или нет. Не стал. А я попробую, ребят, пробить. Получается. Но... Эндрю Сар. Да. Распрощаемся тогда, получается, мы с нашим мамонтенком, к сожалению. Две атаки потратит, да, всего лишь? Всего лишь... А, почему тратит три? А, вот почему. Он думает, что у меня защита. И остается у меня Гасторнис. Раз, два, три. Раз, два. Саркастодон. А все, ребят, если он сейчас все пропишет, все четыре атаки, нам хана. Тут ничего не поможет мне. И он так делает. Да, бедный, бедный мой Гасторнис. Прям, знаешь, Гасторнис, как Гастон. Гасторнис, Гастон. Так, это за Канозойку. Использовать ускорение. Еда плюс суперзавр.
Плюс суперзавр, ладно. Да господи, как ты меня напрягаешь. Иди, отправь его, да пускай он там бегает, суетится. Фух, что же мне сделать-то тогда? ПВПХ. Ну, если я, например... Кайнозойской против наземной. Есть у меня, ребята, одна идейка. Нам, во-первых, нужно откат же сделать, да? Ускорение. Поэтому берем любого чувачка 10 уровня. Да не любого, а просто возьмем 10 уровня, да и все. Фига, тут у меня единичек сколько. Офигеть. Ну где 10 уровень-то? Ну вот, например. Вот, возьму. Раз, два, три. Заодно и, как говорится, ПВП-ху сделаем. Хотя я знаю, что мы здесь проиграем. И потом я сделаю ускорение на откат. Слушай, хотя, наверное, мы здесь выиграем. Да, смотри-ка, мы уберем с тобой мою... А, он ходит первым, все понял. Так, майонгозавра берем тогда. Слушай, у нас один майонгозавр, в принципе, сейчас тут и выиграет всех. Потому что у него классовое превосходство, во-первых, хищники против травоядных. Ну и сам видишь, уровни не очень высокие, большие. Так, надо будет две атаки. Три сделаем, фиг с ним. Значит, на пеликана этого перекинул, да? Пеликан не мимо. Пять. А он запинает нас, может запинать. Может запинать и запинал. Блин. Ведь не ушатаешь, да? Нет, конечно. Не ушатаю. А вот он меня, по-моему, ушатает сейчас. 23 плюс 23 это 46. Ну, там, естественно, будет больше. Да, запинает. Ну и что же мне тут остается делать? Раз, два. Раз, два, раз, раз. Вот так вот. По-моему, ребят, я сдулся здесь. Нет, не сдулся. Пока еще не сдулся. Раз, два, три. Раз, два. Эх, 7 очков DC. Конечно, пробьет. Тут уже ничего не поможет мне. Тут уже все. Да, немножечко обидно, конечно, получилось. Я думал, что сможем победить. Но уж больно быстро майонгозавра моего вырубили. Вот так вот. Но тем не менее. Делаем с тобой восстановление. Делаем восстановление. Так, переходим туда, в самый хвост, где у нас были все эти динозавры. Ищем. Вот они. Бесплатно, видишь? Бесплатно, это называется ускорение. И забираю свои награды. Так, ну и что нам тут? 45 ДНК и Леоплевродон. Шикарно. О, ну отправили. Так, ну что, у нас получается вот это вот пустует. А знаешь, что я сюда поставлю? Я поставлю диплозуха.
Найти бы его еще. Придется, наверное, не через стоимость ДНК, а через вот так, амфибии. Вот он, диплозух. Куда ты перешел, твою... Нафиг мне твой диплокаулус? Еще раз. Диплозух. Перейти. Начать эволюцию. Все. Все, друзья мои, началась эволюция. Здесь больше, я пока ничего здесь не могу сделать. Ну что, друзья, на этом буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.